Всем привет, дорогие друзья, вы на канале State of Games, и сегодня я бы хотел с вами обсудить новый классный шутер The Finals. И это ни в коем случае не обзор, потому что обзор такой игры — это пустой труд. Через неделю может выйти, например, какой-нибудь патч, который изменит весь баланс в игре, и этот обзор будет никому не нужен. Поэтому это видео — чистые эмоции от игры, впечатления от очень горячих и драйвовых каток и мысли, почему же новая фри-то-плей игра так популярна. Что такое The Finals, я уже отчасти сказал. Это командный фри-то-плей шутер, где вы играете, собственно, командой из трех человек на просторных, но все же компактных картах и пытаетесь обыграть три другие команды. А в недавнем патче ввели еще и соло-режим, где все эти 12 человек играют друг против друга. Сам я не пробовал, но говорят, это чистой воды безумие. Карты здесь не Apex Legends или Warzone, но и не CS, а что-то среднее. Из-за этого бои очень динамичные, непродолжительные и драйвовые. А то я помню, в Apex или Warzone приходилось 10 минут в реальном времени бежать от одной точки до другой и не встречать вообще никакого сопротивления. Там было и скучно, и обидно, если ты погиб от каких-нибудь кемперов, которые заметили банально тебя раньше, чем ты их. Ну, собственно, тут такого нет. Все карты довольно компактные, до цели бежать больше 150 метров ни разу не приходилось. И вот на этих картах, которых, к слову, в игре штук 5 от силы, можно играть либо в быструю игру, либо в турнир. По крайней мере, пока. В быстрой игре нам нужно открывать ящики с монетами и относить их на кэшаут. Это такие пункты сдачи или, грубо говоря, сейф. Чья команда быстрее наберет 40 тысяч, те и победили. Сейфы в начале каток дают нам около 3000, одна монета 1000, а затем по мере окончания раунда денег в них становится все больше. Кроме того, монеты мы можем получать и из убитых врагов. Если вражеский игрок не брал дополнительные деньги, из него выпадет 1000, соответственно, одна монета. Но если он уже бежал со скарбом, то ограбить его было бы прям хорошим уловом. Над его головой всегда показывается количество денег, которое у него есть в этот момент. Сдавать деньги нужно в специально отведенные места, как я уже сказал, их называют кэшаутами. Они появляются в рандомных местах, но имеют свойство исчезать по прошествию пары минут. Кроме рандомных кэшаутов, еще рандомно на карте появляются и сейфы с монетами. Как известно, такой подход создает нужное разнообразие и интерес к процессу. Никогда не знаешь, к какой точке на карте нужно будет бежать и будут ли там соперники. Также не лишним будет сказать, что мало прибежать на точку и активировать сейф. Да, он открывается не сразу, небольшой спойлер. Нужно дождаться денег, а затем не погибнуть, когда их подберешь, и успеть сдать, конечно же. Еще один режим, который я встречал только в турнирах, это захват точек. Точнее, захват контейнера с деньгами, доставка его на кэшаут и обналичивание. По сути, этот режим похож на подбор монет. Но если в прошлом режиме тебе не надо было тащить с собой лишний груз, то в этом режиме все немного сложнее. И требует от команды очень слаженных действий, потому что во время переноски один член команды по сути не может стрелять какое-то время, да, пока не выкинет сейф. Поэтому команда становится немножко уязвимой. Дальше больше, пришли вы на точку и деньги надо обналичить. А это занимает время, за которое вражеская команда может у вас легко отнять и перехватить этот самый терминал. Поэтому необходимо оборонять точку от неприятелей, которых может быть очень много. Прям нереальное количество команд, и все будут пытаться у вас отгрызть этот лакомый кусочек. На помощь нам и командам, пытающимся добиться успеха, помимо вооружения и классов, о которых я скажу чуть-чуть позже, придет разрушающееся окружение. Буквально любое здание в этой игре можно разрушить и обрушить на соперника. Или себе на голову. И это создает дополнительные возможности или наоборот трудности для команд. Если вы штурмуете вражеский терминал, это возможность, потому что можно обрушить под терминалом пол, и вот он уже рядом с вами, и его можно захватить, используя весь доступный арсенал команды, конечно же. Но если вы обороняетесь, разрушаемость может сыграть с вами злую шутку. Или ваши удобные, скажем так, позиции разрушат, или терминал умыкнут, например, спустив его с третьего этажа на первый. В общем, разрушаемость, она такая, как говорится, использовать по назначению. Кроме того, в помощь игрокам на карте в рандомных местах разбросаны контейнеры и бочки с горючими и взрывчатыми веществами, с помощью которых как раз и можно нехило так подорвать пол или пукан, да, вражеским игрокам, на котором он стоит, или стену, которая прикрывает там их тылы, например.
Также сверху на каждой карте можно увидеть кубы с различными, опять-таки, бочками или газовыми снарядами. Чтобы и они сыграли свою роль в битве, нужно по ним выстрелить, и, быть может, вам удастся ошеломить врага или даже убить этим самым набором, ну, если бочки, конечно же, попадут в цель. Ну и, наверное, самое интересное в игре — это классы. На выбор у нас есть три типа телосложения — легкий, средний и тяжелый. У каждого телосложения свои способности, свои гаджеты и приспособления. Так, например, у медла, я так называю среднее телосложение, на выбор есть три способности. Рекон может видеть силуэты врагов сквозь стены, соответственно, давать инфу команде. Вторая способность — хил, лечит раненых союзников. И третья способность — инженер, он ставит турели для обороны в различных точках карты. Соответственно, у легкого и тяжа свои специальности, которые также характеризуют персонажа. У лайта, например, самое маленькое количество хп — 150. Но зато его преимущество — это скорость и инвиз, например, если выбрать такой класс. Сейчас в игре вообще ощущение, что все лайты носятся с этим инвизом, хотя редко, нет-нет, но я все же встречаю и лайтов с другими способностями. Ну дальше у медлов хп еще больше 250, у тяжей вовсе 350, соответственно, они играют роль таких танков. Медлы — это универсальный класс, а вот лайты в этой игре как будто бы созданы для диверсий, но иногда наносят такой дикий урон вблизи, что остается только сидеть и обтекать после всего этого. Там, у кого убили, конечно же. И вот заявляю со всей ответственностью, в The Finals интересно играть. Ну, как минимум, если у вас есть еще два напарника, которые умеют хорошо стрелять по целям. Разрушаемость арен в совокупности с простой и понятной логикой игры, а также очень гибкая система классов, позволяет, во-первых, создавать персонажа под себя, а во-вторых, получать удовольствие от процесса за счет динамичного геймплея и командного взаимодействия, если оно, конечно же, есть. Ну а теперь немножко о грустном. В игре иногда попадаются читеры. Например, когда ты умираешь от выстрела, хотя защищен стеной, или когда тебя убивает персонаж в прыжке, хотя ты всячески пытался запутать врага из такого расстояния, ну никак не мог этот пи***ть меня попасть. Не радует и очень маленькое количество контента. За месяц онлайн игры просел почти в 2 раза, был в среднем 149 тысяч в начале декабря, сейчас около 70-80 тысяч, иногда даже меньше играет. Я очень надеюсь, что у авторов есть план развития, потому что успех и вот эта вот вспышка игры может также быстро потухнуть, если ее не поддерживать, если не подкидывать в этот костер еще больше дров. На момент записи видео разработчики уже выпустили контентный патч с соло-режимом, балансными правками и фиксом багов. Сейчас мне бы очень хотелось, чтобы добавили больше режимов, больше карт. Пока я не прошу новых героев и классов, потому что баланс старых немного страдает. Пусть сначала его приведут в порядок. Три соперника с дефибрилляторами при их грамотной игре практически неубиваемы, потому что встают, воскрешают друг друга фактически по КД. И таких примеров очень много. Авторам The Finals я хотел бы пожелать в первую очередь успеха в развитии игры. Им сейчас это не помешает вот вообще ни разу. Но судя по тому, как они быстро добавляют новые скины в премиальный магазин, пока у них на уме совсем другие вещи. И лучше бы эти вещи оттуда быстренько они поудаляли. Пока игра мне нравится, но это может резко измениться, если не будет соответствующей работы от разработчиков, новых патчей, контента и правок баланса. Игра очень яркий представитель командных шутеров 2023 года. Надеюсь, и в 2024 о ней не забудут. Но теперь все это будет зависеть от разработчиков игры из Embark Studios. Кстати, отзывы в Steam у игры становятся с каждым днем все менее воодушевляющими. Это к вопросу о реагировании аудитории и последующей реакции разработчиков. Буду за этим следить. А если хотите следить за развитием событий вместе со мной, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и заходите в мои соцсети, особенно Telegram, там новости выходят в первую очередь. На этом все, увидимся в следующих видео, с вами был Влад, всем хороших игр, друзья, всем пока!